Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка связи. Записываем на встроенную программу записи экрана. Наконец-таки теперь у нас такая возможность появилась. Сейчас посмотрим, какое видео у нас выйдет. Так, и я хотел посмотреть скриншоты. Вот снимки экрана. Так, значит, смотрите, что получилось. Вот столько набрал наш телефончик после обновления на MIUI 9, 53594 балла. Вот, хотя ранее набирал, как все мы помним, 61694. Это выходит, что на сколько? Так, 7-8 тысяч баллов меньше. Не знаю, надо еще раз проверить. Первый раз вообще 49 тысяч набрал. Вот, давайте сделайте свои результаты, посмотрим, что у вас получится. Бенчмарк я набрал 741 и 2370. Вот, хотя ранее, вот давайте откроем, посмотрим, где у нас тут бенчмарк. Ой, сори. Так, бенчмарк, где наш? Вот он. Бенчмарк, Geekbench. Так, история. Значит, вот смотрим, 741 и 2370 сегодня. И вот в октябре, давайте последние показания возьмем, 838, 2654. Как мы видим, тут на 100 единиц меньше показания, и тут на 300. Такие странные показания почему-то. Вот, ну, как бы так. Так, по поводу скорости интернета и скорости работы этих самых Wi-Fi подключения. Значит, вот что тут у нас получилось. Так, это старое. Так, ну вот сегодняшние. Значит, сетка 80 мегабит, напомню, на передачу 81, на получение 86. То есть результат более чем хороший, 2 миллисекунды. Отличный результат. Wi-Fi хуже работать не стал однозначно. Так, шумомер. Вот такой еще тоже показатель. Вот 22 децибела при разговоре обычном показывает. Вот, причем это, ребятки, обратите внимание, с заклеенным микрофоном. Шумоподавление. Будем потом проверять дальше. К сожалению, у меня, наверное, не осталось прошлых показаний шумомера. Вот. Ну, как бы вот так. Ну, давайте посмотрим еще на показания GPS. Значит, 28 спутников было, 28 обнаружил, к 22 подключился. Ну, более чем хорошие показатели. То есть GPS будет работать великолепно. Второй раз что-то тут он к 15 подключился из 28. Ну, погода скакала днем, тучи там были. Такое. Так, ну вот, ребятки, вот такие результаты по синтетическим тестам нашим. Немножко расстроил бы Antutu показатели, непонятно почему, да. То есть, да, может быть просто с системой что-то перезагрузить. Но я перезагружал. Перезагружал дважды, ребятки. Вот первый раз вот видно, да, у меня 49 баллов тысяч набрало, вот, потом 53. Ну, дальше я перезагружать не стал, уже было не до этого. Ну, что вам сказать, на этом все.